Погодите, что? 13 монет? Знаете, сколько я буду на кухне зарабатывать? Этот способ называется потратить все свои робоксы, которые у меня только есть. А где дверь? Где дверь от холодильника? Эй, что происходит? Почему холодильник без двери? Хотя, он такой был, или я что-то сломала только что? О, нет! Котята, по-моему, что-то случилось. Всем привет, котята, я кошка Лана. И вы просто завалили меня просьбами поиграть в Мип Сити. Там появилась новая кухня и все такое. И да, я решила это сегодня сделать. Так что, котята, давайте попробуем сегодня обустроить себе кухню. Мяу! Итак, кстати, котята, кто не помнит, у меня здесь новый образ. Давайте погладим Статильо, давайте погладим Луну. И, котят, у меня совсем нет денег в Мип-Сити, поэтому давайте начнем с того, что попробуем их заработать. По-моему, деньги зарабатываются ловлей рыбы. Давайте попробуем. Итак, у нас ночь, и я иду ловить рыбу, и я такая не одна, еще одна девочка. Привет, привет, мы будем с тобой ловить рыбку сейчас. И отлично. Так, котят, я немножко забыла уже, как ловится здесь рыбка. Ага, не так, явно не так. И вот так вот, может быть. Немножко перекинула. Давайте вон ту поймаем дальнюю. Вон ту, она уплывает там куда-то. Ну, немножечко же, почти поймала, почти. И да, котят, долго я буду здесь зарабатывать себе на кухню. Давайте вот так. А, нет, не получается. Так, еще немножечко. Котят, я поймала рыбу. Подождите, что? 13 монет? Знаете, сколько я буду на кухне зарабатывать? Я не знаю, очень много, наверное, очень-очень много. Это 6 монет! Да вы издеваетесь, котят! Котят, кто знает, как зарабатывать в Мип-Сити, срочно напишите в комментариях, потому что иначе это провал. Просто я на этой рыбе никогда не заработаю. Неужели рыбаки такие бедные на самом деле? Смотрите, еще рыба попадается, такая, которая постоянно от тебя куда-то пытается убежать. Так, еще чуть-чуть. Отлично! 4 монеты за такую красивую рыбу, кирпич, да вы издеваетесь. Ладно, котят, ладно, у меня есть другой способ. Этот способ доступен не всем, но я думаю, что мы попробуем его сейчас и использовать. Итак, этот способ называется потратить все свои робоксы, которые у меня только есть. Давайте это сделаем. Итак, почему-то мне не дают потратить все свои робоксы. Я нажимаю, а они даже не предлагают. А вот это... Наконец-то, смотрите! 800 робоксов, котят, огромные просто деньжище. Но я думаю, что так на кухне мне, по крайней мере, должно хватить. Давайте купим это все и сделаем себе самую классную кухню, какую только возможно. Отлично, отлично, и теперь... О, да, котят, теперь я даже богата. Отлично, побежали, потому что столько ловить рыбу, я не знаю, это какой-то кошмар. Итак, а мы идем домой. Где мой дом, я понятия не имею. По-моему, я даже его как-то пропустила. Давайте вот так сразу отправимся. Чего ждать, чего ждать-то? И отлично, я дома. Итак, а, кстати, да, я же недалеко от рыбалки вроде жила. Неважно, неважно, котят. Итак, я думаю, что кухня у меня будет вот здесь, вот в самой первой комнате. Чтобы гости приходили такие: у тебя новая кухня. И мы сидели тут, пили чай и разговаривали. И это было бы классно. Поэтому мне нужно все, что у меня есть, спрятать к себе в рюкзак. А теперь мы начинаем покупать предметы для кухни. Итак, давайте сразу зайдем в магазин отсюда, чтобы не бегать никуда. И вот она, новая кухонька. Ага, смотрите. Так, ну давайте начнем с того, что посмотрим, что здесь вообще есть. Смотрите, и место для того, чтобы нарезать. И, господи, даже для картошки фри, котят. Это классно, интересно. А можно во всем этом готовить? А то я куплю, так и нельзя будет готовить, будет немножко обидно. Но давайте начнем с того, что... купим, наверное, столешницы. Так, давайте, да, покупаем одну столешницу. Я думаю, что нам понадобится несколько, хотя бы, наверное, ну сначала две, потому что нужно еще купить обязательно плиту. Ее можно раскрасить, котят, смотрите, как классно. Но я даже не знаю, может, мне нужна какая-нибудь серенькая плита. Да, наверное, давайте купим серенькую, потому что я покупаю гранитную себе такую всю кухню, и плита же должна сочетаться. Если я куплю розовую, это будет немножечко странно. Поэтому, да, серенькая плита, отлично, покупаем. Так, что еще мне нужно? Например, кофемашина.
Почему бы и нет, знаете, классная штука. Но давайте, наверное, чуть попозже ее попробуем купить. Потому что, да, вот мне нужна раковина. Сначала раковина, потом кофемашина. Никто не покупает в другой последовательности. Итак, кстати, мне нравится, что мне остается еще довольно много денег. Поэтому я думаю, что сейчас мы поставим все то, что я купила, а потом купим то, что нам не хватает. Потому что так это делается. Вы же не знаете, что вам еще нужно. Итак, давайте... давайте расставлять. Вот она наша, вот эта штуковина. Ага, давайте ее вот так вот развернем и будем ставить сюда. Да, я думаю, это отличное место для того, чтобы здесь у нас стояла плита и все вот эти вот штуковины тоже. Так, по-моему, я ее неправильно развернула. Чуть не поставила плиту носом к стене. Так, это, по-моему, ага, еще вот так можно поставить и еще подвинуть. Вот, отличненько. Котят, смотри, да симпатично же получается. И я думаю, что теперь настало время для раковины. Вот так вот ее тоже сюда поставим. Котят, красиво получается. Смотрите, просто такая... Так, подождите, что-то я тут не так расставила. Так, котят, ко мне в гости пришел мистер Фортл. Мистер Фортл, я рада, что ты здесь. Я покупаю себе новую кухню. Пожалуйста, не лезь сюда, а то я могу тебя какой-нибудь плитой раздавить. Это будет очень опасно. Так, давайте поставим... вот эту вот штучку, вот как-то... Котят, единственное, что мне не нравится, то, что оно здесь очень плохо ставится, я не могу переставить это так, как я хочу. Что происходит вообще? Вот смотрите. А, вот, все, отлично, отлично, не двигаем, здорово. Так, а теперь мне нужен холодильник. Я не помню, был ли у меня где-то... А, вот он, отлично, у меня есть холодильник уже. Нет, подождите, подождите, я же не поставила его еще. А где дверь? Где дверь от холодильника? Эй, что происходит? Почему холодильник без двери? Котят, он такой был? Или я что-то сломала только что? Так, подождите. Давайте посмотрим на то, как должен выглядеть холодильник в магазине. Так, он где-то... У него есть дверь! А где дверь моего холодильника? А, вот она. А, то есть, видимо, в момент переезда грузчики не успели поставить дверь мне на место, поэтому теперь она там есть, по крайней мере. Ну ладно, хорошо. И еще мне кажется, что это немножко плохое расположение для раковины. Давайте все переставим. Все переставим. Мне кажется, она должна стоять в углу, потому что, ну, как бы так правильно, что ли. Вот, давайте сюда ставим вот эту штуку. Сюда ставим плиту. Сюда ставим еще... Да что ж такая кривая-то? Так, а вот сюда вот мы ставим раковину. Все, вот теперь отлично. Смотрите, у меня есть кухонька. Она такая не крупная. Давайте немножко подвинем вот это вот... вот... Не знаю, как это все сделать так, чтобы оно было красиво. Я, по-моему, сильно далеко все подставила от стены, но это не важно, это не важно. Привет, кошка Лана, привет, мистер Фортл. У меня очень серьезное задание, я тут кухню перестраиваю, и она довольно красивая получается. Поэтому я думаю, мы с тобой потом попьем чай, поболтаем, и нельзя приглашать гостей, когда у тебя переезд дома. Не. Итак, а мы продолжаем. Раз у меня осталось много денег, и мне даже не приходится для этого работать, давайте купим какой-нибудь классный стол. Подождите, у меня есть классный стол. Ух ты! Его не видно. Это невидимый классный стол. Но давайте поставим его где-нибудь вот здесь. Я думаю, что это хорошее место для невидимого классного стола. Да, по-моему, отлично. А у меня есть видимые стулья, и, по-моему, для кухни у меня больше ничего не куплено. Давайте тогда пойдем в магазин. И посмотрим, что там у нас еще есть. Так, смотрите. А я думаю, что мне обязательно нужна вот такая вот штука. Для того, чтобы резать на ней. Это же... А нет, подождите, котят. Ага, котят. Это салфетка и приборы. То есть я сюда могу выставлять блюда потом на столе. Ух ты. Это классно. Я только не знаю, какие купить. Давайте купим красивенькие, что ли. Но их-то мы точно покрасим в какой-то классный цвет, потому что просто белые – это неинтересно. Мне нравятся фиолетовенькие, но я не знаю еще, не уверена. Хм, эти тоже, кстати, симпатичные. Котят, вот эти мне нравятся даже больше. Смотрите, давайте купим такие, потому что они очень классные. А я думаю, что стоит купить, наверное, 4 штуки. Но сначала начнем с двух. У меня только один мистер Фортл в гостях. Так что посмотрим, сколько у нас останется денег после всех покупок. Теперь нам нужен стол. Но у меня был какой-то стол, поэтому я думаю, что мы сможем его использовать. Вот эти вот штучки обязательно. Они классные. Сковородки. Повешу сковородки. Всегда хотела повесить сковородки у себя на кухне. Отлично. Так. И давайте возьмем еще доску. Кофемашину, кофемашину обязательно. Как же без кофемашины? Так, ну, я думаю, что пока что достаточно. Выходим отсюда.
А, вот и стол. Этот стол вообще, почему такой маленький-то? Ладно, и по-моему стемнело. Катя, это мистер Фортл. Мистер Фортл, ты где? Мистер Фортл, надеюсь, ты в джакузи. Нет? А, вот так вы, пока вы ремонтируете свою кухню, а ваши друзья уходят в гости к другим друзьям, потому что, не знаю, это не очень им удобно, наверное, находиться у вас дома, пока вы тут строительством занимаетесь. Но, в принципе, это правильно. Итак, мне нужен стол. Вот он, вот, у меня есть отличный стол. Кстати, невидимый пока что тоже. Но мы поставим его где-то вот здесь, посередине комнаты. Надеюсь, я в него не впечатаюсь, потому что, знаете, это всегда бывает. Ставишь что-нибудь, а потом оказывается, что оно у тебя на хвосте, и все. Мистер Фортл только что телепортировался сюда. Отлично, мистер Фортл, по-моему, поклонился моей плите только что. Он решил приготовить еду. Ну, здорово. Раз у нас тут уже будет ужин, который приготовят гости, это классно. Вы приходите, а гости готовят за вас еду. То есть вам даже не нужно самостоятельно что-то делать. Так, ладно, наверное, поставим вот так вот. Я не знаю, куда я это расставила. Давайте поставим вот эти вот штучки. Котят, да, смотрите, смотрите. Давайте расставим вот так вот сюда. Вот одну и вторую вот куда-нибудь вот сюда. Отлично, отлично. А только, по-моему, мистер Фортл рано это сделал, я еще не готова, у меня еще нет кухни, по сути, поэтому мне придется еще продолжать ремонт, пока мы тут готовим что-то классное. Так, вот эту вот штучку давайте вот сюда, вот так вот, наверное, и стул поближе к столу, что ли? По-моему, здесь ножка стола, и она немножко мешает. Ну ладно, по крайней мере, у нас есть стол, и мистер Фортл там решил наготовить на целую кучу народа, по-моему. Ну ладно, хорошо, хорошо, несите... А, он сам поест. А, ладно, знаете, это классно. Приглашаешь друзей, они сами все делают. Это здорово. Итак, давайте повесим теперь... О, господи, можно повесить криво. Ну, можно и криво, конечно. Вот сюда мы вешаем наши сковородки. По-моему, классно выглядит. Так, теперь нужно поставить кофемашину. Я думаю, что она должна стоять вот здесь, вот около холодильника. Отлично, смотрите, только нужно ее развернуть немножечко. Классная кухня, хочу вам сказать. Котят, смотрите, выглядит очень здорово. Мне нравится. Так, что я еще купила? Я уже даже не помню, что я покупала. О, давайте повесим телевизор. Раз в кухне, самая красивая комната в моем доме, то здесь должен висеть классный телевизор. Вот здесь, например, на вот этой пустой стене. Да, отлично. И как раз там идет моя любимая передача. Так, мистер Фортл, мистер Фортл, еда готова. Я не знаю, куда это все нести. Так, а, нет, я же в режиме строительства, я же могу унести только плиту. Мистер Фортл, возвращайся, ты же там готовил что-то. Так. Подождите, что это? Оно сейчас сгорит! А, нет, нет, что делать? О, нет! Котята, по-моему, что-то случилось. Ладно, ладно, все хорошо, ничего не сгорело. Мне срочно нужно купить пожарную сигнализацию, знаете? Потому что с такими вот занятиями это может произойти что угодно. Так, ладно, хорошо, давайте немножко все сдвинем к стене, потому что я что-то недостаточно, по-моему, это подвинула. Котят, оно не ставится к стене. Оно не ставится к стене. Вот, отлично, поставилось. Так, давайте все туда сдвинем, чтобы было симпатичненько и больше места. Мистер Фортл, хватит готовить! Ты же не следишь за своими, за своей едой потом. Давайте вот, вот к самой стене. Мне нужно к стене. К стене ставься. Ну, пожалуйста. Да что ж такое-то, котят? Ну, знаете, ладно, ладно, пусть все будет не совсем у стены. Но, по крайней мере, оно все будет одинаково и красиво. Ну, знаете, это у меня там как будто живет хомяк, и это его дом. Вот здесь вот, сзади. Но почему бы и нет? Знаете, хомякам тоже нужны дома специальные какие-нибудь. Итак, тем временем у нас уже готова какая-то еда. Знаете, давайте перекусим. Я думаю, что мы достаточно устали. А, мистер Фортл, садитесь, что это у меня? Что это, кстати, у меня? О, это кофе! Спасибо большое, давай поедим. Мистер Фортл, садись, давай есть. Отлично. Смотрите, я могу есть вилкой кофе, а ну-ка. Нет, не вилкой. Ну, я ожидала, что вилкой, ну ладно, я что, сама все съела только что? Ну ладно, посмотрю мультик. Это довольно было утомляюще. Да, потому что тяжело отстраивать себе кухню из ничего. А мистер Фортл решил еще мне яишенку пожарить. Ну хорошо. В общем, котят, я думаю, что мы здесь будем есть. Ух ты, спасибо большое, это что, это какой-то суп, наверное, или паста, знаете, с фрикадельками, я не очень могу понять, по-моему, мой Лео сюда залез, отлично, ну, в общем, котят, мы будем наслаждаться едой, приготовленной на новой кухне, это очень классно, вот, вилочкой я поем это все, и...
А я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вам понравилась новая кухня. Она очень красивая. Тут все можно готовить, ставить тарелки на вот эти вот штуки. Это очень классно, котят. А в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!